звучит замечательная композиция Генри Манчини из фильма «Завтрак у Тиффани». Очень хороший подъезд к синему шарику. По специальности Ричард Петровский строитель. Этот автомобиль он восстанавливал несколько лет. Я сегодня на презентации рассказывал подробно его историю. До войны он принадлежал в личном пользовании командующим флотом Польши. Этот командующий флота вообще легендарная личность. Один из немногих защитников Эстерпляте 1939 года. После этого долгое время был в немецком, германском плену, как адмирал польского флота. И после войны уехал на постоянное место жительства во Францию, а автомобиль остался в его родном Гданьске. 60-е годы польский Fiat 518 не единожды возил свадьбы. И, конечно, не был коллекционным автомобилем до тех пор, пока не попал к нынешнему хозяину. 55 лошадиных сил мощность этого двигателя, и автомобиль развивает 110 км в час.